Матушка, сегодня у нас чистила снег, разбиралась на дворе, потому что я весь вечер монтировал московские съемки. Там очень много с дня доноров, и все это очень интересно. Поэтому на прогулку вышли только мы вдвоем, я и Тюря. И поэтому мы сейчас с ним погуляем и с вами побеседуем. Ответ на вопрос, зачем Богу нужна жертва. Ну, спрашивает меня человек, зачем Богу жертва, у него же все есть. Зачем мы ему еще тут какие-то такие... И знаете, вопрос-то абсолютно правомерный. Потому что у Бога действительно все есть. Он самодостаточен, он полноценен. И ему правда ничего не надо. Ему нужно только творение свое увидеть в совершенстве. Ну, Бог же сам совершенен, поэтому и творение его все совершенное. И больше того, я думаю, что продолжается творение Божье, оно никогда не останавливается, оно идет своим чередом. То, что мы, как мотыльки однодневки в этом творении, быстро проходим свой путь. Котика, машинка едет, сейчас кота надо убрать, то Тюрьку. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ну вот, мы тебя спасли, как Божью тварь, которая продолжает свое гуляние. Вот, поэтому так вот конкретно сказать, зачем Богу жертва, я ведь тоже вот полностью не могу, потому что промысел Божий непостижим. Если я вам что-то и говорю, и вы, слушая это, воспринимаете, все равно не воспринимайте это за истину, потому что истина только у Господа. Я пытаюсь рассуждать в рамках вот этого нашего православного канонического знания о нашем вероучении и о нашем мировоззрении. И поэтому в рамках его и отвечаю. Так вот, Богу жертва наша нужна, на мой взгляд, для того, чтобы творение его стало совершенным. И если мы вдумываемся, то эта жертва нужна нам больше, чем Богу. И поэтому, когда мы ее с вами осуществляем, осуществляем как? Осуществляем своей жизнью. Вчера я вам объяснял, что молитва – это жертвоприношение. Жертвоприношение словесное, потому что у человека есть, как сказать, плоды его производства. И высший плод человеческого производства – это слово. Это вот так вот. Некоторые могут сказать, что нет, там картины или какие-то другие плоды могут быть. Нет, знаете, слово – это высшее творение человеческого искусства. И поэтому, когда мы встаем на молитву в слове, я вам объяснял, что молитва – это милость словием. Мы милость совершаем, жертву совершаем словием. То мы с вами жертвуем высшим своим плодом творчества, творчеством своим. И это ответственно. Здесь ведь очень серьезно нужно подойти к тому, а что вы Богу принесли как подарок, скользко. Чем вы жертвуете?
И поэтому слова, конечно, молитвы, они хороши, когда они искренни. То есть ты жертвуешь самым своим высоким, это искренним и честным словом. Они хороши, когда они от сердца. Я об этом в следующей проповеди скажу. И они хороши, когда в любви. Вот тогда эти плоды прямо настоящие, действительно, и Богу приятно, и вам от этой жертвы хорошо. Поэтому ответ мой такой: зачем Богу наша жертва? И зачем жертва, она нужна нам, а ему от этой жертвы? Я не знаю чего, потому что я за Бога не могу ответить. Так что жертвуйте собой. Чем больше жертвуете, тем больше возвращается. Так уж у него установлено. Котик решил со мной пойти дальше. Я боюсь туда с ним ходить. Давай мы вернемся, Тюрь. Он уже волнуется, тут собаки. И он может напугаться и сбежать. Жертвует собой ради меня и ради наших съемок. Все, спасибо за внимание. Следующий разговор у нас о молитве сердечной. Я вам обещал. Сейчас все расскажу. Здоровья всем, радости. Аминь.